империя, колыбель мужества и славы. Севастополь — нерушимый пример верности отчизне. 90 лет назад здесь отдавали жизнь за родину матросы и адмиралы. На фашистском глазу, и немцы били по нему из тяжелых орудий. Но самолеты надежно укрыты. Жители Севастополя своими руками воздвигли за время осады эти каменные укрытия. На врага. Гонится за ним. И если он ушел раз, то все-таки севастопольский летчик догонит его. Надежно.
прощали жизни. Биологическая станция. Здесь, в тишине лабораторий, человеческая мысль разгадывала тайны жизни. Жизнь и фашизм – понятия несовместимые. Смерть и разрушение несет с собой фашизм. Огня наших батарей оценивает авторитетная комиссия. Достаточно меньше возраст. Как видимо, 14 лет осталось до призыва. А пройти в строю разрешат только до угла. Дети росли моряками, и почти советские командиры, деды, матросы гражданской войны, прадеды, моряки с броненосца Потемкин, предки, нахимовские матросы, Севастопольская оборона, две революции, заветы Ленина и сталинская сила. Вот что создало племя черноморских моряков. Они сошли с кораблей, чтобы бить врага на суше. Они идут. Защитники и мстители, черные туча, черные дьяволы, так называет их враг. Севастополь давал для них оружие в подземельях Интермана. Более 100 лет. Отсюда выбирали камень на постройку города. Где осада в огромных подземных залах размещались тысячи людей. Здесь купили для города хлеб, шили для бойцов одежду. Здесь были детские ясли, школа, общежития. Здесь образцовый госпиталь. Еще один стремительный набег.
морской пехоты и сбитой войны. Полковник Горбищенко, старый крымский партизан гражданской войны. Линия фронта. За речкой враг. Командир бригады морской пехоты полковник Потапов и майор Богданов, прославленный артиллерист Приморской армии. Полковник Жидилов со своей бригадой моряков с первых дней осады не сделал ни шагу назад со своего рубежа. Командующий Приморской армией генерал-майор Петров. Части Приморской армии занимали позиции рядом с моряками. И в армии, и в морской пехоте за время осады вылезли великолепные снайперы. 343 фашиста. Вот счет мести севастопольского снайпера Людмилы Павлюченко. У снайпера Барабанщикова свой счет. Чтобы не спутаться. Сегодня на фронте дикий день. И разведчики отправляются рассмотреть по-хозяйски, что делается за передним краем. Ничего особенного. Фашистский автоматчик. Это была его последняя очередь. Но за этой высадкой что-то стоящее внимание. Вступление противника. Вежливая просьба к батарейцам. Просим огоньку. Никогда не откажет в огоньке капитан Крапушка. Не декабрьского штурма. Он сдерживал огнем своей батареи целые полки фашистов. Огонь! Вступает в бой Малахов курган. За ним тяжелая морская береговая. На этой батарее все как на корабле. Точный расчет, точный прибор. Огромные снаряды легко подуваются зарядником. Вот это и есть флотский огонек. В бухте идет своя боевая жизнь. Одни подводные лодки вернулись из долгих операций, другие выходят в море. Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Октябрьский. Полный комиссар Кулаков. Команд...
командующий военно-воздушными силами генерал-майор Остряков. Начало операции. Машино-подводной лодки капитан-лейтенанта Иванова. Первыми пойдут в разведку два краснофлотца. Они должны скрытно осмотреть берег и вызвать остальной десант. Но всплывать у вражеского берега нельзя. Поэтому путь разведчиков через торпедный аппарат. Эти мощные корабли. Они утоплены в чернильном море, а на Черном море они существуют, дерутся и бьют врага. Сквозь кольцо блокады в осажденный город шли пополнения и оружие. Порвать связь врага с его резервами, разрушить горные дороги,
найти место для высадки десантных кораблей и указать его условной ракетой. Лучшие люди перед боем вступают в ряды Ленинско-Сталинской партии большевиков.
вслед за уничтожением связи разрушаются узкие горные дороги. Место для высадки корабельного десанта найдено. Капитан первого ранга. На берегу словно ракета. Указание управляющему огнем. Линейный корабль открыл огонь по батареям врага. Враг отвечает. Каждого краснофлотца зависит успех боя. Попадание во вторую башню. Заряд вспыхнул. Краснофлотец гвардейского крейсера товарищ Пушкарев выбросил горячий заряд из башни. Пламя охватило его одежду. Пушкарев спас корабль от взрыва. Скованы корабельным огнем. Сигнал торпедным катерам выполнить задачу. Торпедные катера, морской десант.
еще прикрывает катера, но за ней всплески и разрывы. Рак встречает огнем. Берега малой глубины. Приходится сбавить ход. Задача десанта выполнена. Берег молчит. Эскадра
подошла к объекту, намеченному планом операции. Яростно грызается. Снаряд попал в борт крейсера. Повреждения, пробоины, пожары. Все, чем грозит боль, не страшны, если команда умеет отважно и спокойно бороться за живучесть корабля. Случилось, корабль должен вести огонь. Гвардейским кораблем управляет в бою капитан второго ранга Гущин. Машинная вахта, несмотря ни на что, работает четко и бесперебойно. Случилось, корабль будет вести огонь. Yeah, salt!
противника уничтожены. Хорошую память оставили о себе моряки-гвардейцы. Пожар на корабле и повреждения ликвидированы. Крейсер с честью вышел из боя. Возвращаясь после ночного боя, эскадра встретила с новым противником. Это жестокий черноморский нордост, северный ветер.
белорусских артистов прибыла на фронт под Севастополь. Связь защитников Севастополя со всей страной. Генералу-адъютанту, вице-адмиралу Корнилову, смертельно раненому на всем месте 5 октября 1854 года. На этом месте 17 декабря 1941 года смертельно ранен защитник Севастополя, краснофлотец Киселев.
атаку поддерживает корабли, береговые батареи, штурмовая авиация. Авиация массовыми налетами разрушала город. Севастополя раненых, женщин и детей. От сухопутной связи с тылом, испытывая трудности с подвозом боеприпасов и продовольствия, защитники Севастополя совершали чудеса воинской доблести и геройства, до последней минуты отбивая бешеный натиск немецко-фашистских войск.
принесенная славой, прочно будет стоять в веках гордое имя Севастополь, нерушимый пример верности отчизне. Черное море, колыбель мужества и славы. Черноморские моряки, отвага и стойкость, бояк за родину!